Всем привет! Сегодня к нам приехал вот такой вот молд, и сейчас я хочу его распаковать. Он должен быть по размеру точно такой же, как и Ева, но, судя по всему, коробка очень маленькая, и мне кажется, что молд будет намного меньше. И вообще, я надеюсь, что там молд, что нас не обманули, потому что он стоит очень дорого. Это, во-первых, лимитированная коллекция. Да, он точно такой же, как и Ева. Точно такие же ножки. Такие ручки, как у Евы. Такая голова. У Евы, кстати, она больше. Тела в комплекте не было. У меня открыто окно, если что. Это молд Мэгги. Их практически уже не осталось в продаже. Это у нас 616 из 999. От Натали Блик. Вот такой вот. Такая вот малышка будет. Так что осталось подождать глаза, тело, волосы. И можно начинать ее делать. Стрекая голова. Да. Вот голова у Евы и голова у Мэгги. Но они немножко разные. Ну, Ева толще, что ли. Пухлее. У этой более вытянутое лицо. Да. Худенькая такая. А руки и ноги одинаковые. Цвет кожи сострее. Но это будет светлее. Она не будет смуглой. Такой будет. Всем привет. Сегодня у нас 23 июля. Четверг. Вчера у меня был день рождения. И я хочу сказать всем огромное спасибо за поздравления. Мне очень приятно. Вот тут малыш. Луи спит. Вот так упали шарики, которые мне подарила сестра. Также вчера мы заезжали в торговый центр. И я купила вот такой вот слипик на один месяц. И еще вот такой. Но этот гораздо меньше, потому что он на 0 месяцев. Кстати, стоили они по 350 рублей. И также ко мне приехали 3 посылки. Скорее всего, сегодня еще какие-то должны приехать. Но эти для реборнинга, для будущей малышки, которую у меня заказали. Открыла. Та-дам! Это вот такие волосы. Класс, они просто шикарные. И также здесь такое вот мягкое тельце. Так, вот такое вот тельце, как у Евы. Волосики и вот такая вот баночка. Я думаю, что многие знают, что здесь. Вот такие вот глазки. Ого, какие они голубые. Для малышки, которую буду делать на заказ. И сейчас будем мерить одежду на боди. Комбинезончики, наконец-то. Кстати, заказы на кукол я не принимаю. Там был просто заказ от знакомых, и я его приняла. В принципе, вообще заказы на кукол я не беру, потому что у меня категорически не хватает времени, и я не успеваю вовремя их делать. Поэтому... рисковать так я не хочу. К тому же это стоит в данный момент очень дорого. То есть делаю кукол на заказ я за дорого. Так как не люблю тратить время свое любимое. Я одела Бонни вот в этот вот комбинезончик. Это, кстати, на один месяц. И он ей довольно-таки, ну, немножечко великоват. И также вот такой вот слипик. Очень классный. Правда, он, скорее всего, для мальчика. Но я думаю, что ничего страшного, он на 0 месяцев, это прям идеальный размер для Бонни. Он ей идеально подошел, но я не успела заснять, потому что у меня сел телефон. Я думаю, что это и так понятно, что он ей как раз. И тут спит малыш Луи. Такая прелесть. На этом было все. Я надеюсь, вам понравился этот короткий влог. Спасибо всем за просмотр и всем пока-пока. Всем привет! Сегодня я снимаю влог, и сегодня будет много новиночек, потому что ко мне приехала посылка. Сегодня я поеду в Wildberries, заберу заказ. Там должны приехать пустышки. Вот эта посылочка. Сейчас я ее распакую. Самая главная посылка — это вот эта. Самая, наверное, интересная.
боже, посмотрите, что приехало. Это приехал молд. Вот с такой вот офигительной вмятиной. Я надеюсь, что это все можно сейчас исправить. Но, в принципе, в целом молдик неплохой. Такой вот улыбашка. Он стоил недорого, и я сделаю ее на продажу. Видите, здесь голова очень сильно погнулась. Но взяла я, чтобы сделать ее на продажу, потому что мне понравилась ее улыбочка такая. И там язычок. И десна. Классная. Правда, то, что помялось. Я думаю, что оно выпрямится в аэрогриле под температурой высокой. Какие, в принципе, конечности, видите, что произошло. Но ручки-ножки у нее, в принципе, красивые. Собственно, поэтому я ее и заказала. Класснючие вообще такие аккуратные. Мягкий винил. Я не работала с такими молдами, но, в принципе, работать с такими молдами я особо не собираюсь. Хочу просто попробовать. В общем, будем это исправлять. Покажу, что в этих посылочках. Здесь такие татуировки в виде пальмы. И здесь, скорее всего, тайский ингалятор. Ингаляторы, которые продаются в Таиланде. Так что, вот, у кого не дышит нос или что-то такое, то очень классная вещь. Но довольно-таки дорогая. Я покупала ее, вот эту баночку, за примерно 600 рублей. Итак, у нас уже вечер, и мы съездили в Wildberries. Я забрала оттуда заказ, там были мои вещи, и также я заказала немного аксессуаров для малышей. Самое, наверное, главное, что там было, это от фирмы MAM такая вот бутылочка и пустышка. Но я заказала бутылочку, и здесь в комплекте идет пустышка. Давайте распакуем вот этот наборчик. Я очень давно хотела пустышку от фирмы MAM. У нас их не продают в магазинах, то есть в детском мире их нет. Вот, я заказывала их на Wildberries, и, в принципе, это довольно-таки дорогие пустышки. Здесь откручивается дно и также вверх. То есть бутылочку можно помыть. То есть помыть очень, так скажем, хорошо. Вот, она так разбирается. Здесь такая вот инструкция. Ну вот, получается, комплект из бутылочки и пустышки. Вот такая вот пустышка. Малюсенькая. Она подойдет для Бонни. Ну, брала я ее для Луи. В общем, я посмотрю, кому я дам эту пустышку. Но нереально маленькая. Вот такой вот комплектик. И также я заказала просто пустышку для Евы. Но я не знаю, подойдет она ей или нет. Мне кажется, тут такие очень маленькие пустышки. Они прям идеально бы подошли на Бонни. Вообще просто прелесть. Также я заказала вот такой вот набор. Набор. Вот такой вот. Такие вот пинетки от фирмы Chico. И я потом уже закажу какие-нибудь балетки. А эти пока на время так носить, пока лето все-таки. Так, без носков великовато смотрится. Но для фотографии будет, наверное, нормально. Вот. Такие прикольные. Что ж, это все, что я заказала. Кстати, к нам скоро придет посылка с H&M. Я сделала там заказ и взяла немного одежды для Евы и Луи. Он, кстати, здесь, если что. Сегодня ездила в торговый центр и купила много одежды разной. Правда, я не покупала ничего особо Луи, только взяла вот эти царапки из магазина Крокет. Вот, такие вот белые. Ну, в принципе, они подойдут и для девочки. И также тут еще есть одежда и от фирмы Киаби. Покупала ее в другом магазине, поэтому сразу же предупреждаю. Вот, первое, это вот такой сарафанчик с зебрами.
будет красиво смотреться с белой футболкой, думаю. И также у меня сейчас в процессе одна малышка на заказ. Она точно такого же размера, как и Ева. И некоторая одежда будет для нее. Возможно, даже и это платьишко. Ну, в общем, я все померяю, посмотрю. Также купила я от этой фирмы на 0 месяцев такой вот слипик. Вот, очень классный. Потому что у Бонни мало слипиков. Также в аптеке купила вот такую пустышку. Правда, она вроде бы должна была быть понежнее какого-то цвета. В итоге вот такого. Она, кстати, подходит под этот сарафанчик очень классно. Вот. Тут открывается. Правда, она запакована. Сейчас мы ее так откроем. Вот такая вот пустышечка. Дальше идут покупки с магазина Крокет. Я взяла вот такую маску, ну, точнее, ее давали в подарок. Она не детская, она идет для меня. Дальше я взяла вот такой вот мягкий комбинезон для Евы. Вот. На такую прохладную погоду. Кстати, капюшон снимается. Здесь капюшон с такими ушами. Очень классный. Дальше это уже точно костюмчик для малышки, которую делала на заказ. Такие вот штанишки. Это на ростик 62 сантиметра. И вот такой вот боди. Комплектик такой, правда. Они продавались отдельно, но они очень подходят. Также я взяла носочки. Я хочу посмотреть на них. Поэтому я хочу их сейчас же распаковать. Это размер 9, самый маленький для новорожденных, но на самом деле носочки довольно-таки, я бы не сказала, что они очень маленькие какие-то. Вот такие вот носочки с зайчиками, очень милые. Это тоже для малышки, которую я делаю на заказ. Такой вот слипик. Он расстегивается вот тут сбоку. I love my mom. Такой вот с кошечкой. Очень приятный, кстати. Должен подойти будет. И, возможно, куколку, которую я делаю сейчас, я буду давать прям в руки покупателю. Поэтому я, скорее всего, не знаю, какая будет погода. Поэтому, может быть, будет прохладно, и можно будет одеть вот этот вот комбинезончик. А если будет нормально, то можно вот в этом просто будет привести. В общем, вот так вот как-то получается. Малышка, как я уже сказала, точно такого же роста, как Ева. Это ее почти двойняшка, так скажем, сестра точно. Давно не было Бонни в кадре, поэтому я сейчас хочу и примерить вот этот вот комбинезончик. И сразу же отрезать нужно все этикетки. Так вот. Вот минус этого молдика, это то, что на нее нет нигде одежды. То есть красиво одеть ее очень сложно. Что-то найти, нужно все заказывать за очень дорого. Либо же покупать все дешевое, но тогда кукла будет смотреться некрасиво. Поэтому сразу же задумывайтесь об этом, прежде чем. Просто очень многие пишут мне, что хотят точно такую же куколку, как Бонни. Вы просто-напросто не найдете на нее одежду. Вот и все. Я из кожи вон лезу, чтобы найти на нее какой-то наряд или еще что-то. Это очень сложно на самом деле. Ну что ж, вот я и померила Евочке вот такой вот сарафанчик. Он просто прелесть. Такая сладенькая. Вот так вот выглядит сзади. С белой футболочкой. Просто класс. И мы также одели гольфики и вот эти вот пинетки от Чико. Такая вот девочка. И еще теплый сейчас померим комбезик. Посмотрим, как он будет смотреться.
Итак, сегодня у нас уже суббота, и я продолжаю снимать влог, решила продолжить, а не начинать новый, и я сейчас ездила в магазин «Детский мир» и купила покупочки для Евы, для того, чтобы снимать видео с ней. То есть это не такие покупки, которые нужны для фотосессии или что-то такое, это прям для ролплеев. Ролплей — это когда ты играешь с куклой, как с настоящим ребенком. Итак, я купила такую тарелочку. Она с блестками. Такая тарелочка. Недорогая, обычная самая. И также заметила, что у Евы есть в ротике небольшое отверстие, так скажем. И можно туда вставить пустышку, например, но я подумала, что будет прикольно смотреться, если я куплю ей поильник, не проливайку, с трубочкой. Он остался там единственный в детском мире, и я его успела забрать. Вообще там раньше много таких было, сейчас почему-то я вообще не смогла найти ничего хорошего, но зато вот такой нашла. Вот здесь вместо пустышки вот такая трубочка, и она вставляется в ротик Еве. Это очень классно. Также сразу же я взяла ложечки. Они, кстати, такие маленькие и очень забавные. Далее я купила вот такую вот кашку Хайнц. Она недорогая, где-то 30 рублей стоит примерно. Дальше я взяла вот такой крем Джонсонс. Также я купила вот такую вот смесь Нутрилон для Бонни. В общем, вот такую смесь здесь есть. Видите, готовая смесь уже. Я не знаю, можно ли так хранить ее, но мне понравилась баночка, и я хочу оставить ее для фотосессии. И она очень маленькая, прям до безумия вообще. Также я взяла вот такие вот от Gerber звездочки. Я знаю, что в Америке они очень популярны, то есть их дают детям. Подумала, почему бы не взять Еве. Давайте попробуем. Они с банановым вкусом. Ну, кстати, пахнут как рыбий корм, наверное. И на вкус они абсолютно безвкусные такие. Даже банан не чувствуется толком. Как я думаю, вы уже поняли, Еве я их давать не буду, но просто мы будем снимать с ними видео. Это органические рисово-пшеничные звездочки. Также я взяла вот такую вот Хайнц пюрешку обычную. Взяла масло. Многие спрашивают, можно ли я куплю своей кукле, какое лучше выбрать масло. И в этом случае я вам ничем помочь не могу, потому что масло я покупаю, как и вот этот крем, для себя. То есть я сама этим пользуюсь, и масло я использую после душа, потому что у меня очень сухая кожа, и мне просто необходимо обрабатывать свое тело маслом. Увы, мне пришлось вам это рассказать. А этот крем я использую для рук, потому что, ну, как по мне, он очень хороший, он вкусно пахнет, как и масло. Масло я люблю детское покупать, потому что оно тоже вкусно пахнет. Вот, в принципе, такие вот у меня секреты, и кукол маслом я не обрабатываю. Могу обработать, кстати, волосы, вот кончики волос, видите, у Евы кудрявые стали волосы. Вот, потому что я обрабатывала их маслом, но абсолютно чуть-чуть. Также этим маслом можно обрабатывать и свои волосы, они кудрявыми не станут, но они получат какое-то питание. Но лучше все-таки использовать масло для волос специальное, поэтому это вам так, если что.
И также я купила вот такие вот влажные салфетки. Вот с таким вот открывателем. Открывашкой. И, в принципе, это все. Давно, кстати, хотела такие салфетки влажные купить. Не видела раньше в этом смысла, но сейчас я купила их ради видео. Вот, хочу вам все поближе показать. Вот эту вот маленькую бутылочку. Посмотрите, какая она маленькая. Ева ее вот так может держать. Вот это, скорее всего, придется вылить, потому что если я открою, то оно испортится. Такой вот поильник. Здесь нету, кстати, ручек. Было бы удобнее, если бы были ручки, но, в принципе, не так оно и нам нужно. Как вариант, еще я хотела купить поильник от фирмы Чико, но он довольно-таки дорогой, и поэтому я решила отложить эту покупку. Так вот она может ее, эту трубочку, убрать в ротик. Вот так вот оно закрывается. И вот ложечки. Такая тарелочка с блестками, с принцесской. У нас есть тарелочка, но она разделена напополам. Мне так не нравится. И я вот решила взять такую. В общем, вот это все наши покупочки. Это все, что я смогла найти в детском мире из интересного. Из одежды мне сейчас там вообще ничего не нравится. И что-то найти было очень сложно. Вот, поэтому я решила, что больше одежду в детском мире я покупать не хочу. Ну, разве что, если там не появятся какие-то интересные коллекции. И многие спрашивали, когда будет шопинг с малышами. Кстати, вот там Луи спит, у меня тут, видите, все валяется. Кстати, не обращайте внимания на это. На этом хочу с вами попрощаться. Ждите новых видео, они обязательно будут. И в этом месяце я буду снимать как можно чаще. И спасибо всем за просмотр. Я вас всех очень сильно люблю. Целую. Всем пока-пока. Пока.